Всем доброе утро. Мы с Миленой сейчас собираемся в школу. У нас 8 утра, сейчас будет первое занятие польскому языку. Если мне учитель позволит, то я останусь. Ну а что, мне тоже надо польский язык изучать. Я буду себе тихонечко сидеть, никого не трогать. Качество не очень хорошее. Тут темно, в шкаф я поставила. Я вас в шкаф поставила, извините. Качество не очень. Поэтому посмотрим, как разрешит она или нет. Если она разрешит, это будет просто чудесно. Если не разрешит, ну что поделать? Значит, не разрешит. Поэтому сейчас мы одеваемся. 8 утра у нас урок. У Руслана, кстати, тоже сегодня этот польский язык. По-моему, у него сегодня в 5 часов. Кстати говоря. Да, у него в 5 часов придет к нему учитель домой, будет учить его польскому языку. А может быть, и я там тоже посижу, посмотрим, в общем. Не знаю. Все, мы пошли. Милена сонная, да, Милен? Да. То у них, конечно, уроки начинаются то в 10 утра, то в 11:45. Она там выспится до 9 и счастливо идет. А сейчас, видите как, надо пораньше спать ложиться. Все, мы пошли. A na których lekcjach lepiej rozumiesz? Na matematyce na przykład? Angielski. Angielski, no bo angielski. Uczyłaś się już angielskiego, prawda? U siebie też się uczyła angielskiego, prawda? Uczyciel po rosyjsku mówi. W angielskiej uczyciel mówi po rosyjsku. Ojej, no to niewiele się nauczyłaś. Поэтому она ее и понимает. Я буду еще стараться не говорить до тебя по-русски, только по-польски. Я працую też, pracowałam z Ukraińcami, z małymi też, takimi nawet z zerówki czy z pierwszej klasy. I pracuję teraz też z Ukrainką, młodą mężatką. Jest w 5 miesiącu ciąży. Mąż ją sprowadził do Polski. Ona nie zna polskiego. No i wiem, że największą trudność to jest ta wymowa. Jeszcze ona ma aparat na zębach. Jest też czy to w ogóle jest dżdżownica. Dżdżownica. Dżdżownica albo dżdżydeszcz. Tak? Tak. Rozumiem. Jest taki piękny wiersz, taki jesienny, taki trochę depresyjny wiersz Leopolda Staffa i tam o szyby deszcz dzwoni jesienny i pluszcze jednaki miarowy i senny, dżdżu krople padają i długo. Nic nie rozumiem. Nic nie rozumiesz? Dżdży, jak coś, o jak dżdży, to jak taki malutki deszczyk, taki bardzo malutki deszczyk, takie kropelki prawie nie zauważamy, to dżdży. No, także język polski jest piękny, ale trudny nawet dla polonisty, ponieważ jest dużo reguł i jeszcze więcej wyjątków. My сейчас идем в занятии по польскому языку. Милена, как тебе учительница? Хорошая. Понравилась, да? Такая веселая, такая классная. Мы даже не заметили, как и время пролетело одного урока. Я буду ходить вместе с Миленой, я так тоже буду учить, поэтому вообще супер. Я не ожидала, что так будет классно, если честно. Я думала, что ходить на уроки – это скукота. Да, Милена? Она тоже не ожидала. В общем, вообще классно так было. Супер. Спасибо большое. Ну что, поболтаем? На самом деле, хотела сказать, что учительница по польскому языку, она знает русский язык. Очень хорошо у нее отец Леонид.
и она получается, как она сказала по-русски, я Елизавета Леонидовна. Вот. Она говорит, я очень люблю русский язык, и она говорит, я знаю стихи, в общем, она прочитала даже стихотворение, ну, наизусть она его знает, то есть меня удивило то, как хорошо она говорит. И она, они сегодня проходили вот эти сложные звуки «дж», «дж-дж-дж», везде были. То есть она говорит, детям очень трудно, то есть, ну, польский язык трудно даются, вот эти вот, не все сразу начинают правильно все выговаривать. Поэтому, в общем, понравилась мне учительница, как я вам уже говорила. Я сейчас буду готовить обед. Расскажу, что буду готовить. Здесь у меня варится курица. Я буду варить, наверное, рассольник. Потом у меня разморозилось филе мента, я пожарю его. И я купила вот такие овощи. Тут, конечно, написано, что это для супа, но я их, во-первых, сейчас открою, посмотрю и просто их пожарю. Просто овощи будут. Смотрите, как я буду готовить рыбу. Значит, филе я посолила, поперчила. Сейчас я взобью яйца, добавлю туда сметану, обваляю эту рыбу в этом кляре и в муку, и на сковородку. Потом я так никогда не делала, но попробую. Значит, готовлю я рассольник. Использую, конечно, соленые огурцы, которые дали нам, ну вот польская семья, где вы могли видеть видео домашние. Рыбу я пожарила в кляре, вот такая получилась. Она уже не сухая. За счет яйца и сметаны она такая, знаете, более нежная получилась. Вот, сейчас буду чистить картошку и доготавливать свой суп. Сейчас была в магазине, купила Милене вот такой блок техничный. Ну, это здесь так называется картон. Взяла такую двойную пачку большую этого картона, потому что они очень часто делают всякие поделки там в школе. И сегодня и тетради. Знаете, что мне нравится? Что здесь можно покупать любые тетради в школу, какие тебе нравятся. И нет такого, что вот ты должен подписать вот так вот тетрадь, именно так и никак иначе подписать. У них вообще дневников нет, кстати говоря. И получается, что вот эта тетрадь... Мужчина там стоит, курит, что-то увидел меня на территории школы, побежал, спрятался. И учительница сказала, что ей нужно иметь вот такую пропись. Сейчас, если видно, то видите, как получается в мелкую линию, не в крупную, чтобы было три линии. Она сказала, что до 4 класса она учит детей писать в эту, иначе потом почерк будет некрасивый. Забрала их со школы, идем домой сейчас. И это, Милена рассказывает, что они играли сейчас в этот в магазин в школе. И завтра они тоже будут играть в магазин, им нужны деньги, они там что-то продают. В общем, так интересно. Смотрите, как Милена украсила себе комнату. Ей Алла дала такие плакаты, и она себе их повесила. Ну, знаете как, чтобы комната была больше похожа не на съемную, а на жилую, да? Что там кто-то живет. Там у нее вон. Смотрите, я распечатала на принтере эти. Зеленую траву она у меня попросила. И типа это зеленая трава. Сейчас мы ждем. Должен прийти к Руслану учитель. Его зовут Юрий. Он отлично говорит по-русски и отлично говорит по-польски. Ребята, если у вас есть ко мне какие-то вопросы, вы также можете их писать, и я вам буду отвечать на видео, потому что. Но у кого-то, наверное, есть какие-то вопросы интересные. Но мы не трогаем политику. Окей? Спрашивайте, что хотите, но про политику мы с вами говорить не будем. Интернет нам так и не подключили. В общем, не знаю почему. Мы договорились на то, чтобы они позвонили в 3 часа нам. И мы сказали, во сколько соседи снизу будут дома. Мы в 3 часа они нам не позвонили, мы им позвонили сами в 4 часа. И они сказали, что придут завтра в 6:20. А для меня каждый день имеет значение работы интернета, понимаете, да? Когда нету телевизора, когда нету телевизора, когда нету вот,
Ну, наверное, да. Потому что телевизор включил, хоть какая-то шумиха есть. Я и так включаю на телефоне радио, слушаю радио, потому что там говорят новости, и тоже на польском языке. Я могу так немножко его тоже подучивать. Моя работа непосредственно через интернет. Мне приходится, я к компьютеру подключаю свой телефон, включаю режим модема и через него только работаю. И получается, что 30 злотых я заплатила, и через 2 недели у меня стал медленный интернет. А когда такой медленный интернет, я даже ролики не могу загружать. Мне приходится пополнять через день на 5 злотых. То есть у меня, в принципе, тариф безлимитный, да? Но почему-то 15 гигабайт мне дают, и дальше типа без... Да сколько может эта собака гавкать-то уже? Честное слово, так устала, она в 6 утра гавкает. Надоедливая собака, вот честное слово. Ну, в общем, ждем завтра, что они нам скажут. Сегодня разговаривала еще с подружкой по телефону, и она сказала, что... Ну, они также в 3-м классе находятся сейчас в Йошкар-Оле, что они проходят уже по русскому языку падежи, и по математике они проходят уже деление с остатком. Я сейчас посмотрю, что у нас в рабочей тетради есть. И, наверное, надо тоже это делать. Вы знаете, в чем разница вот школьного образования здесь, в Польше, и у нас в России? У нас более, как сказать, требовательно, и дети становятся быстро взрослыми. Здесь как-то дети еще остаются детьми. Или, может быть, у нас идет просто выше, так скажем... 3-й класс завышен, я не помню, чтобы в 3-м классе мы решали деление с остатком, если честно. Я была в школе, у нас был физмат, и я пришла туда в 5-й класс, и, по-моему, только в 5-м классе мы это стали изучать, если честно. Поэтому для меня это вот вопрос. Не сильно ли большая нагрузка идет детям в 3-м классе в 10 лет изучать деление с остатком? Ну, мне не сейчас. Лунный месяц. Лунный месяц. Мужской. Угу, правильно, мужской. Обязательно начинается с новолуния. Угу. Так. Новолуние. Какой род? Новолуние. Средний. Угу, правильно. Завтра, сейчас только что написала пани Уршула, что завтра у них будет по польскому языку, они будут сдавать чтение на отметку. Ну, понятное дело, что Милена не будет сдавать, потому что у нее сегодня был только первый урок польского языка, она еще не умеет читать. Она только начала на русском языке читать бегло, а сейчас на этом языке она, к сожалению, просто не сможет это делать. Ты не забываешь. Называешься? Сейчас идем посмотрим, что делает Милена. Она вырезает деньги. А, ты уже пишешь? Ну да. Ага. Так. Откуда ты знаешь, как пишутся злотые? Я ж монетки видела. Сколько хочешь денег всего сделать? Не знаю. Еще делай, надо, чтобы у тебя было много денег, чтобы у всех могла все купить. Если я мало денег будет, не сможешь. Да там такие цены, там не по 1000 злотых. Да? А ты придумала, там... что ты понесешь продавать? Ну, да, но мне их подготовить надо. Угу. В общем, завтра им учительница сказала деньги сделать. Вот, ну, маленькие купюры, не большие, ну, как 200 злотых. Угу. Значит, маленькие купюры она вам сказала, и принести товары, какие вы будете между собой продавать.
Позовешь тогда меня, когда товары приготовишь. Посмотрим, что у нас будет на продажу. Милена меня позвала, и я прискакала. Ну, давай рассказывай, что у тебя тут. Я тут это... Пеньонзы подготовила, да? Да, кошелек сделала. Здесь сделала себе пометочку. Сколько денег? Да, 1000 злотых. Ага. Ну, вот так, чтобы никто не видел. Ага. Смотрите, она себе сделала, придумала сама, даже у меня, она просто у меня степлер спросила, где лежит. Сама сделала такой кошелечек, сложила туда денежки на завтра, чтобы ей удобно и было. И подписала, что если потерялся, то... Так, что это Милена. На мою. Молодец. И вот то, что она будет продавать. Ну, давай. Ну, в этой коробочке, коробочку я не буду, я сами денежки, рубли. Ага, значит, рубли будет продавать. Угу. Так, сейчас супер. Листалка валяется. Так. Вот такие вот картинки. Картинки будет продавать. Угу. Руслан учит польский, повторяет после... Повторяет польский. Это я тут нарисовала. А, Милена нарисовала. Смотрите, как красиво. Девочка стоит, смотрит, там закат, чайки летят. Так. Вот такой вот хвостатый. Это Алла тебе дарила, да? Да. Угу. Подружка ей дарила. И ручку Алла тоже дарила. Да. Алла тебе скажет, ты что, мои подарки продаешь? Но все равно ж вы потом заберете все. Вот такие вот два сквиши. Угу. И игрушки продаст. Они пахнут. Ну, добже. На этом все. И юж. И юж. Ну, ладно. Все, ребята, будем свой влог на этом заканчивать. Да. Всем спокойной ночи и пока-пока.